Итак, предположим, за подписчики с вами, как всегда, я Леха Сметик, и сегодня мы с вами поиграем в мод под названием Hello My House, что переводится у нас как «Привет, мой дом». Как мы видим, рядом у нас, видимо, стоит полиция, которая приехала за Васильичем, друзья. На дворе у вас воскресенье, а у меня на дворе все еще пятница. Я вот сел специально снять для вас этот ролик, чтобы сидели, смотрели, радовались. Ребята, надеюсь, ролик получится более-менее большой. Я надеюсь, вы прямо сейчас, конечно же, поддержали уже меня своими лайками, потому что на дворе жара, я сижу дома, снимаю специально для вас. И я надеюсь, что если вы смотрите, то тебе не так сложно, на самом деле, просто взять и нажать на лайк и написать комментик, пока я говорю эти слова. Ладно, ребят, давайте начинаем с вами. Как всегда, я Леха Сметик. Надеюсь, что у вас отличное настроение. У меня вот немножко дома жарковато, но еще не слишком. Завтра будет жара, пока не так уж сильно. Давайте, поехали. Так, доброе утречко. Я дома, что ли? Нифига себе, дом проснулся. А чё у меня дом закрыт? Ну нормально, живи в доме, никуда не выходи. Так, а запасной выход? Да, мама, мне кажется, палата. Взял окно, разбил. Кто будет приходить чинить? Василий, что ли, придет это все чинить? Или кто, я понять не могу. Так, ну где-то же у меня ключ-то, наверное, есть от двери. Ключ! Вечно этот ключ куда-то запихать, сам не понимаю. Куда-то он взял, засунул, и все. И потерял, и не помню куда, не помню зачем, не помню для чего. Это как-то не весело. Надо посмотреть, может быть, на второй этаж я утащил куда-то. Может быть... Нифига себе у меня здесь. Во-во, как раз про жару говорил, чтобы вот так есть, что спокойненько выходить. Окно открыто, вентилятор дует. Возможно, кого-то даже возьмет где-то и продует, так сказать. Не знаю, что я сделал, но походу у меня здесь вся хата может загореться. Странно, что потерялся я в детстве, конечно же. Ну, да ладненько. Да ладненько. Так, а я все-таки найду ключ или нет? Подожди. А сюда что, нельзя зайти, что ли? Надо пойти разобраться. Разобраться нужно пойти. Так, не разбить сюда. Сюда не разбить. А зачем комнату вообще загородили? Для чего? И как туда попадать? Подожди, то есть взяли как-то снутри, все забили. То есть уже все, не зайти, не проехать, ничего не сделать. Так как-то я сказал бы, дела не делаются все-таки, скорее всего. Это как-то странновато. Так, ну да ладненько. Ладненько, как говорится, прохладненько. А ключ-то где дома-то взять ключ-то? Чё я с будильником-то хожу? Я чё, часы, что ли, или чё? Или часовщик какой-то? Нет, я не часовщик. Так, давай, смотрим. Что где есть? Нет, реально какая-то жизнь. Ключей-то нету. То есть придется выходить мне, видимо, постоянно через окно, потому что дверь я не могу открыть. Да как так-то, а? Ну ладно, хорошо. Через окно выйду. Это каждый раз выходить, тут офигеешь, если через окно выходить. Цветочки кто-то здесь повешал. Я сейчас даже не уверен, что это мой дом. Нифига себе, что здесь творится. Мужики, а что происходит-то? Что творится-то? Василич, не надо! Василич, не прыгай! Офигеть, а! Василич! Василич, как же так-то? Кто дома новые подвалы будет строить? Кому я ходить-то буду? Вот такие вот дела. Кстати, а вам, молодой человек, я советовал бы к врачу сходить. У вас как-то шея не совсем хорошо двигается. А что, все, вот утащили его, что ли? Фига себе, вот это дела на районе творится. Вот так вот живешь в Василиграде. С Васильичами что-то не то становится, и они все.
Они того берут и это, и с крыши, оп, и все. Да там нет уже больше никого, он спрыгнул. Я тебе серьезно говорю, я тебе кричу. Вы все тут сюда будете смотреть. Да может вперед все-таки глянешь, ты мне вперед глянь на меня, когда я с тобой разговариваю. А то смотри, какая что происходит. Офигеть, а. Еще минус один Васильевич на районе. А вот эти вот постоянно спекулянты, как что он тут собирается, народ, так идут сразу вот попкорн и так далее продают. Они-то вообще машины бездушные. Стоят тут, трагедия, драма, между прочим, человеческая происходит. Но он что, везде? Уж эти капиталисты, да, везде выручку себе ищут. Понимаете, да, как это все закончилось? Я у вас спрашиваю. Да я говорю, там нет никого. Все ушли на фронт. Так, ну ладно. А вам все-таки надо починить, я вам скажу. Так, ладно, я пойду к другому Васильевичу. Пока одни Васильевичи. Ух, чем занимается? Да что творится-то на районе-то? Разыскивается. Вот не нашли, все. Так, а здесь у меня больше ничего здесь не происходит, никаких обстоятельств. Смотри-ка, дом какой-то есть. А я туда пройти не могу, меня не пускают. Потому что я здесь под куполом, за мной наблюдают вот оттуда. Вот стол в окошко, туда к этажке смотрит за мной. Кто я, что и зачем? Где ключ-то взять от дома? Че, мне каждый раз через окно, что ли, выходить? Ну ладно, ладно. Подвальчик пора. Подвальчик к Васильевичу сходить. А что, закрыть, что ли? Здравствуйте, а есть тут дома, нет? А то в подвал хочу так, ох... Аж переночевать негде. Фига себе, здесь все застроили. Ну туда-то, мне кажется, всяко можно пройти. Либо в лес пойти, там медведи. Ага, вот с этой стороны не дают мне пройти. Такие вот нынешние реалии, так сказать. Ты только посмотри, ты только глянь, а. Так, ну ладно, может с другой стороны пройду. Куда-то что-то. Или я вообще никуда не пройду? Так, ну смотри-ка, здесь что-то взяли, заделали. Так, сюда я не пролазю, потому что жопу отрастил, пролезть не могу, к сожалению. Вот как-то так и живу. Подожди, а внутрь-то как зайти? Или внутрь никак не зайти? То есть здесь обстроили такой здоровенный участок, да? Чтобы я туда не мог зайти, что ли? Да я в жизнь не поверю этого. Этого не может быть. Этого никак не может быть. Что это такое? То Васильичи прыгают, то еще что-то. Не, подожди, что, серьезно, что ли? А, ключ надо. Там же вот висит, говорит, ключ, пожалуйста. А где мне ключ взять? Ключ-то где взять? Ключ-то должен где-то лежать. У себя ключ. Опа. А вот он, я ключ, походу, надыбал. Нормально в мусорке ключи хранят. Вот это люди, вот это дом у него. Вот правильно. Одни Васильевичи выходят, жируют, а вторые вон от бедности с крыши прыгают. Васильевич, вон, видно, жара, бассейн, с акулой купается. Молодец, мужик, а. Отстроил у себя здесь все по красоте. Ну, прям реально в бассейне чилит. Я бы на его месте тоже был в бассейне чилил. Но я не на его месте, поэтому я просто хожу у него по дому, что мне заняться там больше нечем. Мне-то надо в подвальчик зайти. А как туда зайти? Да без понятия, как туда зайти. Тут в этих... Мне кажется, там или кто-то где-то ходил. Вот у него тут до этого спуск был вниз. Все, теперь там что, бездна. Опа. Нифига себе, вот это я, конечно, не ожидал здесь найти, что-то увидеть. Ванна, ты посмотри. Ох! Зубная паста солдат. Отлично. Так, что еще у нас есть? Можем кранчики здесь перекрутить. Да я что, Васильевич, если меня поймает, он все у меня здесь перекрутит. Я офигею. Так, здесь заперто, да. Заперся везде, видишь ли. Ты смотри-ка, какой, а. Прошаренный. Запер он там, значит, все. Надо пойти спросить у него, что, все нормально, нет? Да ты чё, Васильич? Васильич, не надо, не пугай меня.
все, Василий, сиди, там лучше. А то и пугаться начинай чуть-чуть, то там за музыки у тебя играет. Идет куда-то. Огрызок будешь, Василич, нет? Огрызок, говорю, надо. Он идет так уверенно. Может, он к Тому идет, тоже сверху сейчас прыганет, как сиганет с этажа. Камер здесь свои вешает. Как вешаешь, так и развешаешь. Все, давай, Василич, музыку вырубаем, камеру забираем. Так, давай, я пошел. Вот, отлично. Я на крышу у тебя тут потусуюсь. Потому что мне заняться нечем. Музыка играет, солнышко блестит, как говорится. Музыка играет, Леха рыбаки. Так, она долго будет играть, нет? Опа, она нифига себе, Василич пришел. Василич, отстань от меня. Отстань. А я еще и прыгать могу, нифига себе. А почему я прыгать могу? Так себе из меня, конечно, попрыгунчик. Зато с огрызком домой вернулся. Не, реально, а как мне выйти-то? Я еще и прыгать могу. Ты только, глянь, ты только посмотри, а. Че еще могу? Не, ключик бы, конечно, бы найти. Может, каждый раз вот так выходить, это вообще не дело. Да, мужики? Видишь, говорит, Васильевича? Вот и я не вижу, а он есть. Вот так вот. Вот так вот все происходит у нас здесь. Так, давай-ка я все-таки туда залезу еще раз. Что-то же здесь должно быть. Что-то должно быть спрятано. Нафига я начать сюда в этот нашел? Как подняться-то? Ну, бардак здесь развел. А вечеринки здесь, наверное, проводят вот свои вот эти вот чердачные. А потом у других Васильевича чердак течет. Все ведь взаимосвязано здесь. Нет, как-то очень странно. Но здесь же нет ничего. А зачем тогда этот подъем на крышу? Я, может быть, что-то не догоняю в этой жизни? Но Васильевич там опять принялся бегать за мной. А зачем я сюда поднялся тогда? Я не понимаю. Деньги лежат на чердаке, кто деньги хранит? Под матрасом надо хранить, правильно. Так, давай-ка, опа, Василич, отойди от меня. Я тебе не друг, не враг, а просто так. Так, ладно. Что-то где-то откуда-то открывается. Вот семечко можно посадить, кстати. Я ведь дурачок, вот там и вырастет вот это вот. Здоровый Боб, на небеса там заползу. Воду надо выключить. Водичку-то экономить-то надо. Так, сюда тоже, да, замочек с крючочком надо. Это все понятно. Смотри, лопата имеется. Садить что-то. Где Васильич, он на крыше остался или что? Или все, улетел там в освоесе куда-нибудь? А что-то не понимаю, что мне делать-то надо? А, здесь у нас спуск. Стул. Ну, хорошо, стул. Стул так стул. Так. А почему я сюда пройти не могу? Это какие-то очень странные вещи здесь творятся. Очень-очень странные, я бы сказал. С решетками закрыто. А чё и где я ищу-то? А, вот комнатушка есть. Возможно, здесь и ключики есть. О, отлично. Вот какой-то ключик, правда, он не берется. Вот еще ключик тоже не берется. Это все немножко странновато. О, нифига себе. Вот это мячик. Вот это мяч. Так, а в шкафу что-то? Что-то важное. В шкафу я не могу понять, что. Я не могу с этим разобраться. Я вообще что-то здесь ничего не понимаю.
Почему я никуда не пройти и ничего не могу? Обалдеть! А ты у него тут что, некрономикон что ли есть или что? Что-то я не понял. Вот это да, вот это номер. Один Васильевич уже помер. Извиняюсь. Не знаю, за что извиняюсь. Смотри, я не могу ни один ключ найти. На чердаке тоже нет ничего. Надо бы понять, что я делаю не так. То ли я дурак, то ли это. Что-то не едет. Васильич сверху там остался тусить. Тусит. Ну, это, знаете, какое-то лекарство есть такое. Тусит. Или тусим. Так. Я что-то реально, короче, ничего понять не могу. Может, какой... Вот, у акулы есть. У акулы надо бы водичку слить. У акулы вижу ключ. А я боюсь с ней спускаться. Да, она просто сразу ко мне. Как только я захожу в воду, поэтому воду надо слить. Я тут вижу только, как ее залить. Вот эта штука откуда-то открыться должна. Откуда, непонятно. Я то есть бегаю, вообще Васильича нету. Так. Вот у нас тут что-то есть. Что-то есть здесь. Сейчас мы тут разберемся. Сейчас все растолкаем. Протолкаем. Так, давай посмотрим. Так, и что это? Белый свет? В конце подвала? Я вот вообще ничего не понимаю. Вот это что за куб? Книга. Интересная книга. Зачем я с семечкой бегаю? Надо и семечки щелкать. Куда посадить, я их не вижу. Ни один ключ я не вижу. А может быть у Васильича была и какой-нибудь ключ, например. Здесь я как-то ключей не вижу. Видео Game News, тут все дела. Там же свечку поставили. Господа. Либо я реально где-то что-то не вижу, либо я не должен ничего видеть. Ну, конечно, высмолвил как это, как боженька. Ерунду какую-то. Так. Не, серьезно, для меня что-то непонятно. Вот тут куча ключей этих лежат. И один ключ не рабочий. На крыше почему-то тоже. Ничего нельзя делать. А может быть, вот здесь вот пока залазишь, вот на этой штуке может быть что-то есть. Нет, здесь нет нифига. И это никуда не ведет. Что-то у меня такое чувство, что меня где-то обманывают. Куда я Васильича делал? Васильич там вообще нет? А, вон стоит Васильич. Чё ж я его спугнул-то опять, да? Васильич, где ключ взять? У тебя есть ключ? Ключа у Васильича нету, поэтому Васильич остается здесь, так сказать. А я убегаю. Убегаю, разбиваюсь. Чё-то реально, я, короче, чё-то где-то не догоняю или чё? Что я делаю не так? Ну зашел, все везде оббегал, ничего нигде не нашел, и чё? А зачем? Не, серьезно, а зачем? То есть Васильич, он был сверху сейчас. Я мог делать что угодно. Здесь же должен быть, ну, ключ где-то лежать туда-сюда. Фига я тупой. Просто вот, говорит, пожалуйста, висит. Вот, говорит, возьми, говорит, братан, тебе нужнее. Фига у него тут леса строительные даже есть. Васильич пока лазит. Так, это мы никак не сетываем.
А где мы что с этого? Василич, хватит бегать за мной. А может быть здесь? Ты сюда тоже что-то надо? Ну что тебе надо, Василич? Отвали от меня. У меня тут дела свои важные, между прочим. Вот подвал, допустим. Ну вот это я могу открыть, но... Он прикопался, да, ко мне? Ну чё ему надо-то? Молоток, да, я молоток просто 385 тысяч лет искал такой, думаю, вот, молоточки есть. Зачем молоточек, непонятно. Главное, что есть. Вот, как-то вот так вот все эти делишки обстоят. Так подожди, сейчас я, может, с другой стороны могу открыть всё-таки или не могу? Не, я не могу. И чё, а чё мне молоток-то? Ну, есть у меня молоток, ну, я рад, что он есть. Значит, ключ где-то я пропускаю однозначно. Пропускаю везде ключи. Вот. Поэтому пора сушить калачи. Где там Васильич находит? Он там у себя своими делами занят. Не, реально. Ну, есть молоток. Я рад за него, что он есть. Да, Васильич, за что ты прикопался? Ну, не видишь, подвал пытались зайти. А ты берешь и мешаешь. Берешь и мешаешь мне, вот подбегает и ловит меня, и ловит. Как мне из дома-то выйти, где ключ-то? Че, мне каждый раз через окно, что ли, бегать, прыгать? Так, такое себе развлекуха. А ключ я так и не нашел. Это вообще как-то очень странно. Ну, у меня зато золотое яблоко есть. Я могу быть богатым. Странно, ну ладно. Нам бы все-таки Васильич пока сверху застрял. Больше не шевели, а он вон в дверь идет. И это, и не дойдет никак. Так, мне надо, значит, эту штуку откуда-то открыть. Если я ее открою, значит, я в домик зайду. А как ее открыть? А вот это вот уже непонятно, как открыть. Василич, давай, залази сюда наверх. Сейчас я тебя толкну, может быть, ты там опять застрянешь. Будешь валяться. Просто вот, говорит, висело, вот, говорит, молоток, говорит, молодой человек. А вы, говорит, нифига не видите. Ищем, ищем. Давайте, давай, Василич, давай, беги, беги сюда, лезь. Ты же должен сюда залезть, что он долго лезет. Василич, ты где? Василич, ты что, дурак, что ли? Я вот сверху, уже здесь. Ты вообще, что ли, того? Все, Василич меня потерял. Устраивает здесь кавардак. Как ты меня задолбал-то, а? Давай, давай, лезь, лезь. Лезь давай. Молодец. Молодец. Молодец какой, давай, давай, иди сюда. Да блин. Да блин, я не прыгнул, еще его затащил. Вообще, что я делаю? Какую-то вообще просто делаю дичь. Дичь сделаю непонятную. Мне тут один вот маленький моментик непонятен, который я хочу сейчас буквально за секундочку взять и уточнить, где я все-таки пропускаю. Потому что что-то ни подсказки, нифига нету, как делать. А, ну как обычно. Алексей слепошары. Слепошары вообще настолько прям, в смысле, это же еще с подсказкой все сделано же. Или не с подсказкой, непонятно. Василич, куда ты ушел? Тут ходишь, подходишь. Рычаги находишь, да? Опа, она. Рычаг нашел. И дальше с ним пошел. Нифига себе у него сральник. Во, ключ. Так, давай теперь. Поехала кутерьма, так сказать. Сейчас я его возьму только. Отлично, я его взял. Могу еще насрать здесь Василичу на всякий случай. А то что, то у туалета и не насрано там. Непорядок. Во. Здесь копать надо. Так, ключик от машинки. Где-то я нашел. Так, вода какая-то сливается откуда-то.
Алло, здравствуйте, полиция? Алло, полиция? А, вы уже здесь. А все, уже не надо, не эти, он уже спрыгнул. До свидания. Можете не брать больше телефон. Так, это что-то открыть, подкрутить. Так, ладно. И нафига мне на крышу? О, Васильевич опять купается в басике. Васильевичу хорошо. Васильевичу вообще, мне кажется, весело. Вот эти вот, мне больше всего бесит. Вот искать эти непонятные выключатели, которые вообще непонятно к чему привязаны и так далее. Как их найти, тоже не ясно. Так, а зачем вот этот подъем вообще наверх здесь внутрь? Потому что еще один переключатель тоже где-то спрятан, который здесь походу фиг найдешь. Говорит, ходи, ищи, говорит, здесь. Но он, говорит, здесь есть, говорит, где-нибудь. Только его найти, говорит, надо. Так, здесь ничего никак не открыть. Может быть, кстати, здесь он где-то из-за забора торчит. А может, не торчит, не знаю. Так, ладно, у меня, главное, ключики есть. Потому что есть ключик у меня. У Васильича я багажник открою не зря. А Васильича все мои мечты. Ох, 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 так обо всем позабыли вы. Так, давай, 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 идем. Идем сейчас, как все откроем. О, как все откроем сейчас. Ага, вот, воду сейчас сольем. Я так понимаю, вода сейчас сольется с бассейна. Тогда у меня будет желтый, потому что Василий бежит уже. Бежит Василий за мной. Так, давай воду мы сливаем. Так, что он добежит, наверх полезет за мной? Где Васильич? Васильич потерялся. Так, вода сливается, акула улыбается. Все. Все, акула, сезон у тебя закончился. Иди вон это, вместо собаки будешь хранить что-нибудь. Так, желтый ключ. Желтый ключ, куда он меня может привести? Опа, зеленый. Ага, а куда желтый? А желтый-то куда мне ключ-то деть? Давай, Василий, сюда, Васик. Васик, пойдем купаться, Василий. Давай, правильно, разноси все нафиг. Пойдешь сюда, нет? Так вот же у тебя вход есть, заход, Василий. Во-во-во, заход. Давай, 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 Василий, иди. Да получится. Все, Василий. Все, ты в бассейне. Молодец. Так, желтый ключ. Нафига мне желтый ключ-то? Что мне с ним делать-то? Какую-то воду тоже куда-то подал. Может, туда, к акуле? Опа. А Васильича нет что-то. А желтый ключ куда вообще? Да ты надоел, Василий. Куда желтый ключ-то деть? А, наверное, где-то должен быть этот генератор, чтобы щик-щик и заработало. Но я его что-то здесь в упор не вижу. Да, Василий, что ты прикопался-то ко мне? Что тебе надо? Желтый ключ. Василич как-то за забор ушел. Я не знаю, как он это сделал. Как он там оказался. Но он как-то это сделал. Так, вот это еще включить, допустим. И куда это мы воду врубаем-то? Где-то, я так понимаю, говорю, должен быть этот генератор стоять, типа. А в этом маленьком домике его не было, случайно? Ну нет, здесь его не было. Чтобы вот этот паровой, который чик, и он, наверное, откроет решеточку. Но я его здесь нигде не вижу. Я вообще здесь нигде ничего не вижу. Мне еще и... А подожди, желтый ключ от подвала вообще, по-моему. Да, желтый ключ от подвала. Но, допустим.
А в остальные-то комнаты как мне зайти? Вот тут какая-то схема жесткая. Ружье, говорит, найди. Туда, говорит, пройди. Сюда зеленый, я тоже не понимаю, где, где его взять, где найти. Ну нафига я сюда пришел? Тоже не ясно, тоже непонятно. Это все как-то очень странно, скажу я многократно. Так, где мне взять зеленый ключ? Молоток типа взял, молодец, это взял. Ключ не нашел. Вот там, там главное есть место, где копать. Ну, вот, вот эта лопата не берется. То есть мне надо найти либо другую лопату, либо что. Ее вот нельзя взять. Хотя там есть место, где копать. А почему я не могу эту лопату взять, а другую что смогу взять или как? Как мне вот с этим совсем понимать? Вот это вот что такое у нас? Зачем это? То тоже непонятно. Некоторые вещи для меня здесь реально что-то непонятно. Вот это вот вход в подвал какой-то. Что там, Василий где-то меня опять увидел, что ли, нашел? Нет, он за забором там тусит, и за забором меня кидается. Василий же улыбается. Может быть, здесь где-то есть лопата? Да как ты их ставить-то успеваешь, да, скажи мне? Вот эта штука, вот как, откуда вот она должна открываться? Вот это тоже для меня непонятный вопрос. Я сейчас посмотрю, откуда она должна... Вот что-то, блин, вот что-то тут местами вообще мне прям непонятно. То есть, вот по сути, меня просто вырубает, когда вот решетка находится, и вот эта точка может хоть где находиться, и нигде никакой подсказки, ничего нет. Ага. Вот так вот, да, значит? То есть она открывается изнутри. А как я должен тогда внутрь попасть? Для меня абсолютно непонятно. Ну, кстати, для меня реально что-то непонятно. Как это действует? А, подожди. В смысле? Вот, не, я понимаю, но это прям, вы знаете, затарено без какой-либо логики. Я сейчас покажу. Подожди, ребята, вы сейчас угорите. Вот, типа, вот там решетка. Смотрите. И та дверь открыла решетку вот эту здесь. Не, ну это чисто, вот, знаете, на тех, я как бы ничего против не говорю, чисто на тех людей, кому вот прям нравится вот прям ходить там каждые 5 сантиметров из этого. Ну как бы, видишь, опять же, ни подсказки, ничего нету, как это понять, как это сделать, ты то есть недопонимаешь опять же. Как-то так. А вот это вот уже отсюда открывается. А нафига я тогда сюда зашел? Граммофон не работает. Наверное, здесь есть ключи где-то. А, вот и лопата у нас есть. Все, спасибо тебе, второй голос. Постоянно меня выручаешь, помогаешь. Говоришь, что, как, где делать. Ух, молодец ты какой. Давай, копаем. Возьмем сейчас все и раскопаем. Это шутки какие-то или что? Типа вот так вот. Типа забито, но при этом этим я не могу это открыть. Типа решетки, все, открыл. Пошел. И ничего я не нашел. А эти штуки зачем я включал? Вот эти вот, зачем я включаю? Мне, короче, вот реально непонятно, где мне ключ найти? Ружье мне надо быть в той комнате, куда мне должен зеленый ключ? Где-то надо найти зеленый ключ.
Где-то еще надо что-то найти. А я что-то это вообще прям не кумекаю, где. Опа, нафиг я сюда перепрыгнул-то. Да реально, где таможня? Все это дело взять. Потому что Васильич меня убил. А он за дверью стоит. Молодец, пусть стоит там дальше. Вот, говорит, есть. Есть, говорит, вот. Ключ. Надо, а нет, вот за таким ключом, который я не могу нигде найти. Уже на протяжении овер дофига времени. Для меня это не ясно, непонятно. Потому что, повторюсь, слепошар Алексей. Я еще вчера ходил на день рождения к брату. Поэтому мой мозг вдвойне несообразителен. Так, ладно. Ищем. Вот я не понимаю, где я должен найти этот ключ. Где вот он затарен прям так. Вот это вот не открывается дверь. Никак. Может, здесь что-то за пакетом есть? Нет, за пакетом ничего нету. На улицу тоже. Вот тут. Вроде все везде. Вот посмотрел. Не вижу. Поэтому, чтобы вас всех не мучить, давайте опять глянем, где ключ. Да, у меня же все прохождение просто превращается в то, что я просто смотрю, где что находится. Потому что, видимо, тысячи лет вместе с соседом, они вот так ударом просто не проходят. Подожди, чё? Кого? Куда? Так, это, наверное, что-то не то. У меня почему-то показывает, что один ключ. Я не знаю, на чего. Он есть в доме. А подождите, стойте, а как это... Стойте, нет, это, конечно, никак не взаимосвязано. Я сейчас все-таки гляну, где тот ключ. Там просто ключ, где Васильич, помните, прыгал. Туда можно, короче, вообще зайти. А, в тот дом. И там есть ключ вообще. Прикиньте. Так, этот ключ я доставал, окей. Этот ключ для опасения я доставал. Этот я отсюда. А вот этот, вот ключ от этой комнаты. Где мне его надо взять? Код 11. 11, код. Сейчас, код 11, код. И где же я его Вот он, короче, где затарен. Я же там прыгал, и я его, короче, не заметил. Я сейчас ради прикола еще сбегаю. Так, короче, этот я вот здесь проворонил. Что мне несколько раз здесь прыгал, да, он лежал, и я его проворонил. Теперь мне интересен вот этот еще момент. Вот я просто пока смотрел, увидел здесь. Да, спасибо тебе, вторая личность, постоянно куда-то смотришь, никто тебя не просит, вечно смотришь куда-то. Здесь, короче, можно вот так вот сделать. Интересненько. И вот лежит ключик от подвала. О, яичница еще лежит. Яичница это тоже хорошо. Яичницу можно взять, как пожрать. О, хорошо как будет. Опа, а здесь смотрите, здесь Василий стоит, типа, а его видно с улицы, нет? А, да, он прям стоит такой, типа, из дома смотрит. И музыка играет. А я даже не обращал внимания. Прикольно. Прикольно слушать. Так, ну вниз, соответственно, я никуда уйти не могу. Девочка с мальчиком. Играет мелодия. Это все вообще прям замечательно все, я бы сказал. Так, ну ладно. А что теперь мне бесконечно эта музыка будет играть? Так, давай сюда. Так, ну здесь, в принципе, все понятно, то, что мне здесь нужно ружье и что надо стрелять, чтобы открылось зеленое. Да ё-моё! Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Не, ну они же сейчас все горели.
Не, они реально все горели. А, так, ну, здесь и открыто. Ладно, ладно, понятно. Вот зеленый ключ. Он прекрасен, он могуч. Он гоняет стаи туч. Так, что еще у меня здесь где есть? Надо бы посмотреть. Есть компьютер. А, вот карточка есть. Просто как дискетка вставлена. И что, здесь просто комната? Смотри-ка. Я думал, все, типа, подвальчик туда-сюда. А здесь-то даже непонятно что. Я вижу, да, что. А, это, скорее всего, вот как раз в этот вход туда вниз подвал. Где конец у нас идет, да. Вот так вот. Рядом фронт кэппен. Не, нормально, нормально, прикольный мод. Я просто уже, ребят, со временем начинает немножко задалбывать. Привет, сосед, что вот так я вот бегаю. Не вижу смысла там по 10, по 15 минут искать рычаг, поэтому я его, соответственно, и беру, и ищу, например, либо через этот, либо через тот. Не, конечно, сделано на дверочку. Это вообще жесть. Я не знаю, как это вообще искать надо. Сделан бойфренд и ганбо. Вот это все замечательно, особенно для тех, кто там, грубо говоря, запускает, кому нравится по 100 раз бегать, заниматься там всем подряд и так далее. Вот, вот. 40 минут вам отснял, ребят. Это вообще был незапланированный ролик. Я надеюсь, что вы лайк поставили. Офигенно сделана вот катсцена, то, что они там все стоят, Васильич прыгает с крыши. Я не знаю, почему никто до этого это не сделал. Мне даже интересно, почему. Прикольно, прикольно, прикольно. Все, всем спасибо, ребят, особенно всем тем, кто досмотрел до конца. С вами, как всегда, был я, Лёх Смертик. Всем желаю отличного настроения, всем удачи, всем пока. Тем более, обратил просто внимание, что там, по-моему, написано, что это демо. Я думал, что, возможно, будут какие-то косяки. Нет, все идеально, все хорошо сделано. Косяки только с моей стороны, что если пошарик, как обычно. Я прям сижу, у меня прям сопли еще текут, и периодически хочу посморкаться. Причем с самого начала, как ролик начал записывать, благо рядом нашел еще платочек. Прям по соседству висел. Все, ребят, давайте увидимся. Спасибо, что со мной. Всегда ваш Лёха Смертник. Всем удачи, всем пока. Давайте.